Тихо. Иди сюда. Что такое? Где? Башка трещит. Черт. Декой. Пожалуйста, скажи. Скажи, что это не твоя работа. Бабуля не говорила тебе, от чего умер отец, а? Что? Ты знал моего отца? Мы с ним вместе на улице росли, парень. Это была игра на выживание. В те годы трудно было не вляпаться в какую-нибудь дерьмовую историю. Чем только не приходилось заниматься, чтобы вам с бабушкой было что поесть. Но за это ему пришлось поплатиться. Так всегда бывает. Там, в тюрьме, мы с ними познакомились. В тюрьме? Так он умер за решеткой? Нет, при побеге. Мне удалось подстроить для него возможность сбежать. Такой шанс выпадает раз в 100 лет. Нужно было ставить на карту все. И твой отец не смог отказаться. У Сунга есть много темных секретов, и со временем скроется еще больше. Хотя пока я не могу... Что не можешь? Не могу ничего доказать, поэтому и занимаюсь всем этим. Хочу маячить у него перед глазами. Одними словами, никакого толку не добьешься. Понимаешь? Они знают, что я знаю. Зато не знают, где меня искать. Одним словом, играем в кошки-мышки, если меня найдут. Живым не выйду. Да ладно. Ты даже не представляешь, насколько у Сунга рыльца в пушку. Думаешь, он затеял свою компанию, чтобы убрать граффити со стен? Нет, его цель — манипуляция общественным сознанием. Да перестань ты. Мы на свободе, мистер Мэр. Зачем надо было и дальше дразнить льва после провала в новостях? Даже если тебе скрыли лицо, это не значит, что тебя не могут найти. По-моему, ты перегибаешь палку. Перегибаю. Представь, если бы тебя нашел не я, а они. И если бы им удалось тебя разговорить. Скорее всего, на тебя уже есть досье в штабе ССК. И на Гейба тоже. Какое досье? Хорош грузить. Сомневаешься? Проверь сам. И проверю. Хочешь подняться? А? Хочешь, чтобы тебя знал город? Хочешь славы? Что ж, теперь ты в ней по самые уши. Попробуй выбраться. Хватит меня подкалывать. Отец твой в могиле перевернулся бы, если бы узнал. Жизнь Новый город по-прежнему осуществляется, несмотря на... Да, малыш, мы знамениты. 6 раз типа показали. Что ты умеешь, чувак? Чувак, я кое-что обнаружил в логове Декоя. Ты врешь. Никто не знает, где он живет. Он столько всего порассказал насчет Сунга и ССК. У них есть досье на меня. И на тебя, чувак. Бред. Он просто сумасшедший старик. Вечно бормочет какую-то ерунду. Серьезно, Гейб? Это он бомбит рисунки с цифрами 906. По-моему, он просто спятил. Черт. Декой. Йоу. Идем со мной в штаб ССК, проверим сами. Хорошо, остался один вопрос. Где логово Декоя? Расскажи. Слышь, поклянись своей жизни, что не можешь ничего сказать. Поклянись. Мы договорились. Но мне стоило подумать дважды. Мне слишком хотелось верить, что Декой был прав. Если в штабе ССК действительно есть досье на нас, я их найду, хоть Гейб и не верит мне. Ищу путь наверх. Надо найти путь отсюда. Давай, пускай меня.
на меня взъелись.